«Умка в кино» выйдет в прокат с 12 января. Это киноверсия популярного мультсериала, который был создан на основе советских мультфильмов «Умка» и «Умка ищет друга». Фильм объединит несколько историй о приключениях белого медвежонка, мальчика Тайка, полярной волчицы Ильмы, нерпы Коры и розовой чайки Пычика. Вместе друзья переживут череду приключений, преодолеют козни злодейки Росомахи Махи и узнают много нового об окружающем мире. «Умка в кино» — это совместный проект «Союзмультфильма» и кинокомпании «Коропрокат». Планируется, что подобные полнометражные версии самых популярных анимационных проектов «Союзмультфильма» могут стать доброй традицией.